Открытие доски почета – это уже добрая традиция. Сегодня здесь более 30 фотографий педагогов, медиков, спортсменов, работников сельхозпредприятий, предприятий легкой промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, культуры, а также других важных отраслей. Глава района Александр Кузьмин выступил со словами благодарности людям, которые большую часть жизни отдали на благо района. И мы вам выражаем уважение, дань и почесть за то, что вы внесли свой вклад. Вклад в развитие нашего района. Это очень важно. Важно выдать пример подрастающим поколениям. Я уверен, что не хватило бы никакой доски почета, чтобы мы здесь представили наших устюжан, которые также с душой и с любовью к своей малой родине вносят свой вклад в развитие нашего района. Великий Устюг – третье муниципального образования по численности Вологодской области. Мы за последние годы занимаем первые места во многих направлениях. Развивается промышленность, инвестиционное развитие наших предприятий. Очень приятно видеть, как наши предприятия модернизируют свои производства. В числе устюжан, которые занесены на доску почета, и Ольга Артамонова, директор школы номер 1. Ольга Николаевна имеет педагогический стаж более 30 лет, из них 18 на руководящей должности. Я очень благодарна за то, что у нас в городе ценят людей труда. И вот таким событием радостным. Но здесь я нахожусь благодаря своему коллективу, своей любимой школе, учителям высокопрофессиональным, которые трудятся на благо наших юных устюжан, дают им старт в жизни. Ну и надеюсь, когда-нибудь дети, получив достойное образование, вернутся к нам на малую родину. Каждый из этих людей всецело отдает себя выбранному делу. Елена Заглубоцкая работает в должности специалиста по охране труда в электротеплосетях 27-й год. За это время она разработала более 60 наименований инструкций для работников организации. Благодаря бдительности Елены Аркадьевны сотрудники предприятия строго соблюдают технику безопасности. Когда я пришла, мне было всего 18 лет. В общем, молодой девчонкой, и пришлось все постигать с азов. Не ожидала, конечно, и очень благодарна своему руководству за то, что отметили. Благодаря активным, инициативным людям живут и развиваются предприятия и организации Великоустюгского района. Реализуются программы и проекты. Великий Устюг постепенно преображается. С большим удовольствием рада поздравить всех с праздником, с Днем России. Сегодня я присутствую на мероприятии на открытии районной доски почета. Это замечательная традиция, которая сложилась в нашем городе уже не один год. Когда славят человека труда, профессионала в своем деле, занесение на доску почета – это, конечно же, очень почетно, это торжественно, это для человека является очень значимым событием. И, конечно же, это большой пример для нашего подрастающего поколения. Это люди, на которых стоит равняться, с которых стоит брать пример. На таких устюжан нужно равняться и быть достойными продолжателями лучших трудовых традиций. Наталья Вашевская, Антон Карев, телеканал «Русский Север».